Всем привет! Сегодня будем готовить любимую всеми жареную картошку. Но жарить мы ее будем необычным способом, в результате чего получается своего рода картофельный пирог с аппетитной хрустящей корочкой. На весь процесс приготовления уходит буквально полчаса. Блюдо получается сытным и очень-очень вкусным. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Берем любой твердый сыр и натираем его на мелкой терке. Дальше нарезаем кружочками лук. И разделяем его на колечки. Укроп измельчаем ножом. Картошку хорошо промакиваем бумажными полотенцами, чтобы избавиться от воды, а затем натираем ее с помощью шинковки. Если таковой не имеется, можно нарезать картофель ножом. Должны получиться тоненькие кружочки, толщиной буквально несколько миллиметров. Теперь разогреваем сковороду, растапливаем несливочное масло, при этом смазываем всю поверхность, включая стенки, и выкладываем слой картошки. Начинаем от центра и двигаемся по кругу. Картофельные слайсы должны ложиться внахлёст один на другой. Затем картошку солим, перчим, сверху раскладываем луковые кольца . Посыпаем тертым сыром, измельченным укропом и снова выкладываем слой картошки. Которую также солим, перчим. Добавляем по очереди остальные ингредиенты. И так продолжаем, пока не закончатся все подготовленные продукты. Последним слоем должен быть картофель, который тоже надо посолить и поперчить. Закрываем сковороду крышкой и жарим на небольшом огне 20-25 минут до готовности картошки. Накрываем содержимое сковороды тарелкой подходящего диаметра и быстро переворачиваем. Вот и все. Очень вкусно жареная картошка готова. Можно подавать к столу. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. При подаче картошечку посыпаем измельченным укропом или любой другой зеленью. Так она будет смотреться наряднее. По желанию дополняем блюдо свежими овощами или соленьями. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно!